Плесом. Чего еще раз? Конек гайбунок идет, ну расскажи снова. Идет конек гайбунок. Навстречу ему летит жар птица. И он спрашивает у конька: конек гайбунок, что у тебя в гайбу? Он отвечает: вода. А она у него спрашивает: а она у тебя питьевая или из-под крана? Это автор Лёва, шутки, молодец. А еще такая, такой анекдотик мне Жойка сказала. Жойка любой дурацкий сказал. Сидят две старушки. Одна поет песню: миллион, 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 алых роз. Из окна, из окна, из окна. А вторая поет: нас не догонят, нас не догонят.